Чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, утром 9 мая сотрудники компании «Уралхим» пришли к мемориалу «Вечный огонь». Некоторые целыми семьями, кто-то с цветами, кто-то с портретами своих героев. Война не обошла и мою семью. У меня отец воевал на финской войне, потом через 3 года его призвали на Отечественную войну и дошел до последних дней. Мой тесть всю жизнь был контрразведкой смерчи в Германии, в Логове. Это удивительные люди, фронтовики. У них особое чувство скромности, они никогда не говорили об этом. Я узнал об этом только в последние дни их жизни. Поэтому вот этот праздник, он, конечно, для нас, потомков, играет огромную роль. И чем дальше, чем глубже в историю уходят дни войны, тем более явно и ощутимее мы осознаем подвиг наших отцов и дедов. Я хочу, чтобы у всех жителей нашей области, Российской Федерации, был вот такой солнечный день, такое чистое небо, чтобы мы радовались жизни, мы верили в светлое будущее. Коллектив компании «Уралхим» не смог обойти стороной традицию возложения цветов к мемориалу, поклониться и произнести слова благодарности героям-победителям. 9 мая – день, когда каждый считает своим долгом побывать у вечного огня. И так происходит уже 76 лет.